Пахмурное и ветреное надворье у столицы и в области у гэтые выходные. Завтра днем у Минску каля нуля градусов, мокрый снег с дождем и моцный ветер. Порывы досягнуть 15 метров за секунду. У ночи до минус 3, раницей магчымы гололедные з'явы. У неделю опадков будет меньше, ветер стихне, але будет велиготно и слизко. В Минске в воскресенье ожидаются кратковременные осадки, мокрый снег, дождь. Ночью температура воздуха составит 0-2, днем 0-2. В начале недели также погода не изменится. На большей части территории будут идти осадки. Ближе к середине осадки в основном в виде снега. И сгодно с попередними прогнозами, надворье у понеделок так само будет дождливо. У ночи невеликий минус, мокрый снег с дождем и гололед.